Короче, сегодня мужик какой-то утром, на. И их семейка, что ли, приехала сюда в 4 часа утра. Не знаю, какие-то претензии ко мне начали доказывать. А что такие претензии, что я им натворил? Говорит, у них собачка здесь пропала, а я-то здесь. При чем, что у них собачка пропала? Если в Америке что-то там Барак Обама натворил, кто-то там еще один какой-то президент что-то натворил на бяку какую-то. И что, все ко мне, что ли, обращаться на? И вот тут, это не, что-то нехорошее, система получается. Живешь, никому не мешаешь, собачки у меня. А что они гавкают, собачки, что гавкают мои собачки? Гавкают? А они должны гавкать? А если ты там яхту имеешь, все ты имеешь, так имей. Тебе никто не мешает, но только не мешай другим людям жить. Так а у нас нет вот. А что я не работаю, да наплевать мне на ваша работа сраная. Я сам по себе должен жить в этом мире. А не от государства думать. А что это государство? Если государство хорошо будет думать, да? Преступление оно делать не будет, это государство. Тогда я пойду в государство. Вот тогда по-честному. А если она делает преступление государства, вот, среди народа, вот, ребенок родился, нормальный все, а к чему учат-то она, ёшкана она, как наколоть, как обсчитать человека, как старушку наколоть. Вы знаете, вот, почему старушка-то умерла? Ее в супермаркете-то, вот это, ее убили, а кто убил? Вот это государство ее убило, она вот. А почему, как убивают у нас? Вот у меня тоже велос проверяет, а я все старею, я... А это же на нервы действует, понимаете? Вот это на нервы действует. Если я украл, так посадите меня. Что ж вы меня не садите? А почему 1000 раз проверяете этот велос? Если я украл что-то. А так нет, вы хотите, чтоб я вот так злить человека, вот нервы ему мотать. Вот этот тоже мужик 4 часа приехал всей семьей. Собачку они ищут. Нет, они не собачку искали. Они нервы мне хотели что-то. Ничего вы не сделаете со мной. У вас только что у вас? У государства, да, на уме. Стращать с пистолетом? Да, вот так, стращать. Да ты че? Даже, вот сейчас даже штрафы дают у уклонистов, которые не хотят в армии служить, и штрафы повысили. Вот только вы вот это можете делать. Больше у вас ума ни на что не хватит. Вот так что она. А чтобы приятно природе сделать, посадить деревья, а рай создать, все создать. Так нет, этот вы рай уничтожаете, губите. Вы только сеете, знаете что, у вас пустыня будет, засуха и больше ни хрена. Эта планета дана. Боженькой дала. Мы ее должны любить, охранять. А вы что делаете, варвары, на? И кто